work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. And it's sad. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me wealthy man, I won't have to work at all and fool around and have a ball. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, always sunny in the rich man's world. Ага. As the things I can do, if I had a little money in the rich man's world. It's a rich man's world. А вы любите? Да, очень, обожаю. Потому что в наше молодое время мы под него танцевали, мы вообще с ума сходили от этой музыки. Это же было что-то с чем-то. Там, по-моему, 4 девушки, да, поют? 2 девушки и 2 мужчин. Да, 2 парня. Да, потому что в то время это было что-то с чем-то. Мы прям... И у нас пластинки ж были. Мы пластинки ставили, у нас были проигрыватели. И вот мы собирались, играли, и под эту музыку вообще с ума сходили. Там на танцплощадках крик, шум, вообще было что-то. Потому что вот единственное, что вот Абба и еще Бонни-М были. Бонни-М. Вот эти, да, это вообще супер были. Это супер. И мы вспоминаем вообще, вот все хорошо вспоминают об этом. Сейчас мы уже не очень танцуем, но все равно эти песни нас бодрят. Нас бодрят. Когда мы их слушаем, они нас бодрят. А знаете, что Абба выпускает новые песни сейчас, спустя 40 лет? Да. Ух ты, супер, да. Супер, молодцы. Good luck? Good luck, правильно? Good luck, да, да. Good luck, молодцы. Да. Ребята, дай Бог им удачи, чтобы у них все было. И, конечно, хочется послушать. Но я надеюсь, сейчас у нас телефоны такие, что мы можем послушать. Поэтому будем слушать новые. Конечно. Исполнять новые. И танцевать песни. Снова. Да, и танцевать снова под музыки в киоске, буду танцевать, включать, это будет супер. Хорошо. Песни поются, да? Да. Я работаю весь день, всю ночь, да. Ну, конечно, вы не круглосуточно работаете, но вы много работаете, много работаете. Я да. А как без работы? Вот сейчас сяду, что я буду делать? Ну-ка, не хочу. Уроки делать все, нет. Я хочу, чтобы я вот работала, ну... Конечно, если бы платили еще хорошо, как раньше, 1000 рублей, нормально, 30 тысяч в месяц нормально, это же 12 тысяч за квартиру, что делать? А потом думаю, для чего мне деньги, для чего я живу, зачем они мне нужны? Если что-то со мной случится, дети не оставят, как говорится, have a good day. Have a good day, да. И всем, кто любит Абба, дай Бог всем здоровья, удачи, хорошего настроения, конечно, позитива. If I had a little money, it's a rich man's world. It's a rich man's world.